Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, жарко, 30-32 градуса днем, ночью плюс 22, плюс 24, ветер восточный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 30, ночью 22 выше 0, восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность и дождь, днем плюс 30, ночью плюс 25 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 31 градус в дневное время, ночью плюс 23, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 38%, температура воды в реке Волга 25 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.